Мне казалось, что пещеры это что-то такое подземное. Ну, пещеры, жуткие люди, пещеры как под землей, ну как-то так. А это не похоже на пещеру. Так, стрел говорит с духи, вы все не мешаете. Подозрительное зелье по запаху, как Морус Нигра. Так это ж тютина. Что я варенье из тютины не варила, что не ходит, да разве же ты пещер? Что же я пещер не видал в своей жизни, что я же рейнджер? Дружище, рейнджер, не рейнджер. То, что чувствует древний эльф, тебе никогда не почувствует. Сотни, сотни измученных душ. Это что? Вот этих, что ли? А те люди в белых халатах, которых мы по дороге вынесли, это не твои коллеги? Нет, у них не было дара мага псионика. Только дар причинять ужасные страдания. Не могу смотреть на это. Кто-нибудь, примите номер. Первый, в третьем отделении. У меня вообще, как это, амнезия. У него же склероз, забывчивость. А у тебя нет дара мага псионика. Сценка называется «Этой ночью». Кейммастер, прочитай города. Кажется, мы его теряем. Он усатый, я думал, сработает. Дело в том, что он был в шотландской юбке в одном из номеров. Наверное, он пошел искать белье. Чье? Надеюсь, что все-таки свое. Никто не терял, а то всякое находится после фестиваля. Ненавижу потеряшки! Вот уж они после года, как их никто не забрал. Точно пахнут, как я не брала, я не брала, я ничего не брала, и в зонтике у меня тоже ничего нет. Как обычно. Смотрите, сейчас Хаукай выпустит. Краснодар, гнезда. Темрюк, Ростов, Новороссийск. Я! Особенно Темрюк! Да. Уходим отсюда. На Темрюк, господа! Ваш